Замечательная программа. И, конечно, что могли еще показать в Бразилии девочки? Конечно же, карнавал. Но... Мне очень нравится эта программа. Именно с этой программы сборная России стала олимпийским чемпионом игр в Афинах. Татьяна Николаевна Покровская говорила о том, что очень много времени провела в Бразилии. Она сама делала аранжировку вот к этой программе. Девочки очень много провели времени в Рио. Татьяна Николаевна сделала все, чтобы они научились танцевать самбу, почувствовали эти ритмы, прониклись духом Бразилии. И... конечно же, девочки отдали должное этой стране, и вот они показывают эту композицию. Ну, можно сказать, что трехлетней давности, но смотрится она великолепно. Уж за что и должны поставить самые высшие оценки, то я думаю, что за эту программу. Смотрите, работают как одна. Какая слаженность, какая отработанность, какая четкость рисунка и линий. Те, кто следил за Олимпийскими играми 2004 года, помнят, что на этой композиции два раза останавливалась музыка, были какие-то проблемы с диском, но девочки продолжали считать, и у них все получилось. Великолепная поддержка. Поддержки в нашей команде выполняет Аня Шорина. Она очень гибкая, очень прыгучая. Ее постоянно зовут в сборную по прыжкам в воду. Она так отникивается, но говорит, что если надоест синхронное плавание, то действительно сбежит в прыжки в воду. Но пока не надоело. Олимпийская чемпионка 2004 года Анна Шорина. Очень красивый элемент. Замечательная программа, здесь все перестроения незаметные, плавные, просто один элемент перетекает в другой. Вот выступала только что сборная Японии, там все эти...